крещенской литургии особые песни, напевные. Своды храма многократно усиливают звук, придавая службе особую торжественность. Крещение Господне – тот редкий случай, когда в праздничном богослужении задействованы все священники прихода, а ведет службу сам архиерей Шимкенской и Тарасской епархии Елеферий. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будь со всеми вами. Крещение, наравне с Пасхой, является древним христианским праздником. Оно напоминает людям об их собственном крещении. Этот факт побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства. Многие шимкенцы отправляются в храм за водой. Верят, что крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье. С праздником! С праздником! С крещением! С крещением, с праздником! Всем всяких благ! Здоровье самое главное! Пусть Бог бережет! Я весь город Шимкент с праздником! Желаю всем всего наилучшего, конечно. И пусть все будет у них хорошо. Сразу после литургии в храмах оживает площадка для купания у истоков Кашкараты. Спасатели, которые дежурят у водоемов крещения, говорят, народ ведет себя очень спокойно. И действительно, нет импровизированных пикников на скамейках вдоль берега, не наблюдается и выпивших верующих. Короткая молитва и троекратное окунание в клубящуюся паром воду Кашкараты. В крещение любимая речка горожан на всю ночь превращается в Иордань. Причем не только для православных. Люди разных религий 19 января приходят на Кашкарату, смывая грехи и исцеляя недуги.